История страны в нескольких плакатах. В Русском музее фотографии представлен специальный проект «Военный политический плакат». В экспозицию вошли такие легендарные лозунги, как «Родина мать зовет», «Дойдем до Берлина». Плакат был важной частью культуры советского времени. Он отражал главные мысли, надежды, страхи, вдохновлял и высмеивал. На послевоенных работах изображена гонка вооружений, устройство различных видов оружия. В то же время людей призывают к миру, спасению от ядерной катастрофы. Большая часть экспонатов впервые представлена зрителю. Что делать во время ядерного взрыва? Вот как одеваться? Что делать, как бы, чтобы сохранить свое обмундирование там для солдат? Вот эти вот плакаты солдатские. Как правильно наматывать портянки, одевать сапоги и так далее. То есть тоже такие вот любопытные плакаты, которые, в принципе, уже тоже уходят в историю. Ядерная бомба перечеркнутая такая. То есть люди хотят мира, посвященного миру против войны.